первый момент, конечно, собственный пример. Особенно для сыновей. У меня вот подрастает сейчас два младших именно сына. Вот, одному вот 10 лет. И, конечно, они только по собственному примеру, ну, по примеру родителей делают. Поэтому сначала я пошел, как бы, видишь, ну, давай-ка ты тоже попробуешь. Ну и плюс, все-таки они все в коллективе, ребята. Ну, как я просто, для них это более важно, какое-то место свое занимать, там, пользоваться уважением. И вот, конечно, они должны расти в правильном, вот таком, как вы сказали, тусовке, в правильном коллективе. И вот я говорю же, что я посмотрел, сам лично походил, посмотрел коллектив, посмотрел тренерский состав. Ну, и это как бы вот впечатляет, эта атмосфера. И, конечно, когда он сюда попал, он ходит. А раньше он как бы бросал какие-то виды спорта, а вот здесь задержался и даже в лагерь ездил и все такое. Ну, и стал сам по себе как бы такой более уверенный, но что важно, конечно, очень важно. С точки зрения вот именно ММА как вида спорта, весь спорт всегда воспитывает личность, как бы, поэтому здесь, наверное, я бы сказал, что ММА как спорт, конечно же, воспитывает. Ну а как, так как это боевое искусство, и плюс, конечно, тот коллектив, который здесь есть, вот, я бы выделил, наверное, одно из основных качеств. Мне оно само кажется важным у мужчин, да, и вот я хотел бы, чтобы у меня и дети тоже и воспитывали, вот, воспитывается вот это чувство, это, наверное, решительность. То, чего, кстати, не хватает, когда надо от слов к делу перейти или там постоять за себя или за своих близких, там, за друзей. А вот часто вот как раз вот нерешительность, она вот губит, нерешительность равнодушие. Поэтому вот именно вот это, в этом аспекте здесь ММА здорово как бы помогает. В части решительности и такое вот ощущение уверенности в себе. А решительность, она от уверенности в себе идет. Поэтому чувствуя себя уверенно, они могут решительно какие-то действия правильно в первую очередь осуществлять. Для ребенка важна среда, как бы вот, когда он попадает куда-то, комфортно ему там, некомфортно. Конечно, здесь должно быть одновременно и некомфортно, и комфортно. Некомфортно в плане физическом, что они должны напрягаться, конечно, что-то делать, и комфортно в части вот уважения к внутри коллектива, там, детей друг к другу и со стороны тренерского и их к тренеру. Угу. И как бы здесь это, наверное, не потребовалось, потому что здесь я записывал к Ивану Васильевичу Соловьеву, поэтому он здорово воспитывает. И вот я просто по родителям знаю, которые многие водят, они вот сознательно именно к нему ведут, как бы, что ну, тут все в порядке. Весь тренерский, в принципе, коллектив хорошие, поэтому проблемы именно вот с адаптацией, вот такими киносложностями, что там какие-то вот, здесь это пресекается сразу, то есть здесь вот все идет как бы вот от взрослых. Вот взрослые поставили, здесь все правильно и четко, и поэтому таких проблем нет. А проблема была только, иногда бывает, как у всех детей, там, не хочу просыпаться там пораньше, чтобы идти на тренировку, холодно, но встал, пошел, зато идет туда немножко грустный, что проснулся рано, а оттуда возвращается радостный, там, мы сегодня спарринг, я победил, то есть они, мотивация такая, прям, на успех у них такая прям нормальная.